Вы верующая люди? Да, с некоторых пор. Я крестился в 33 года. В 33? Mm -hmm. Что подштовхнуло вас до этого крока? Не знаю, наверное, созрел. С возрастом ты понимаешь, что должны быть какие-то у тебя ценности в жизни, потому что слишком много искушений, слишком много каких-то неприятных моментов, слишком много стрессов. И православие дает ответы на многие вопросы в этом смысле. Я один художественный фильм про хирургию, и там хирург размирковывает, если Бог есть, и Он керує нашим светом, то с кем мы боремся в операционной? Ну, во-первых, кроме Бога есть еще дьявол, и нам приходится бороться с соблазнами и искушениями дьявольскими. Во-вторых, Бог не всегда посылает людям преференции. Он иногда посылает им испытания и смотрит, как они эти испытания проходят. Наверное, болезни это в какой-то степени испытания людям. И параллельно с болезнями Бог создал кардиохирургов для того, вы чтобы вы планы Бога. Боже упаси, если у кого-то из врачей Появится мысль о том, что он может как-то корректировать чего-то. Нет, мы инструменты. Так гораздо правильнее было бы сказать, что при помощи кардиохирургов Бог избавляет людей от страданий.